Если у тебя в такой огромной бутылке сломалась эта пластиковая штука и тебе неудобно ее нести, то я нашел идеальный лайфхак. В этом видео нам показывают, что при помощи обычного шнурка от кроссовок можно сделать вот такую специальную петельку и очень удобно донести вот этот бутыль домой. Давайте проверим, выдержит ли этот шнурок вот эту бутылку. Для начала необходимо взять и завязать шнурок с другой стороны. Ну, примерно вот так. Далее делаем два колечка. Берем одно колечко, накидываем на второе колечко. Далее нужно взять верхнюю петельку и засунуть ее вот так вот вниз. Тем самым у нас получается вот такая вот горловина, которую мы должны накинуть вот сюда. Пока держится. Но я предлагаю наполнить эту бутылку водой и проверить, выдержит ли ее шнурок. Но пока бутылка заполняется водой, я хотел тебе сказать, что у меня еще есть канал с большими выпусками. Он называется Артем Бутримов, но на всякий случай я написал в комментариях, как он называется. Буду рад твоей подписке. Что ж, бутылка наполнена водой, давайте проверять, выдержит ли это шнурок. Так. С легкостью. Топовый лайфхак.